Винди? Я убью тебя, Винсент. Я не Винсент. Лжец, а кто же ты еще? Ты убийца. А теперь умри. Почему? Так, друзья, заметили, да? Вместо Винсента здесь оказался управляющий коллектором Энди. Или как его? Энди Пал, да, я так понял, зовут. Ух ты, какой ты быстрый. Сейчас мы с тобой расправимся, синюшный. Тратить оружие я на тебя не буду. Здесь можно справиться и с нашим крутым пистолетом. А, все что ли? Сдох. Что там, не выпало его из него? Нет. А жаль. А жаль. Синюшный друг мутировал. Ну, открывай эту дверь тоже. А, еще тут друзья-тираны. На власть. По одному. Что-то не понял я юмора. Что за прикол? Ни одного тирана нету. Такс. Может, здесь завалялись? Что-то прикольно. Мистер! Залезай на поезд, быстрее! Пять минут до взрыва! Всему персоналу немедленно эвакуироваться! Повторяю, всему персоналу немедленно эвакуироваться! А, они говорят... Мистер, а не Винсент. Я-то в прошлый раз все тупил. Думал, они Винсент говорят. Так, что у нас сейчас? У нас сейчас тут чистильщики должны вылезти, да? Сверху. Ого, ты чё такой дерзкий?
что вы? Эй, прекращай. Кстати, играет здесь такая, как будто уже все, конец, все. Мы приехали на поезде, осталось только выйти за двери, и пойдут титры. Так, здесь-то у нас нет ничего. Могли бы перед боссом оставить какую-нибудь траву. Залезай в вертолет! С открытым ртом сидит такой. Он все еще жив. Ну-с, приступим. Берем аптечку. И что? Давайте револьвер, наверное. Магнум возьмем, да? Бежим. Догонишь, можешь не стараться. У тебя валили с обычного пистолета. Так что. Ух ты! Как ему повезло. Заметьте, не нам повезло, ему повезло. Да что ты? Ладно, это я фору тебе даю просто. Я думаю, еще несколько выстрелов и перейдем ко второй стадии. И даже поболее, чем пару выстрелов получается. Кнопки надо подстригать. Так. Все, у нас патроны кончились. В магнуме. Давайте возьмем тогда что-нибудь другое. Ну, ружье, ладно. А остальное оставим на вторую стадию. Получи. И распишись. Тебе это нравится? Вот так. А если еще вот так? Мне кажется, мы в прошлый раз быстрее сделали. Мне
что-то кажется. Что-то не дохнет. Не хочет. Жить, наверное, хочет. Нашелся. А, все, отлично. Вторая стадия. Давайте добьем дробовик. Все. И возьмем мои любимые кислотные гранаты. Кекс. Так, сейчас мы зададим тебе жару. Так. Что-то рядом с нами близко так прыгает лучи. Так, 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 так. Аптечку. Больно, да? Я понимаю, что больно. Так, кончилось у нас. Зажигательные гранаты. Попробую таких. Так, мистер, вам не кажется, у вас что-то горит? Кончились у нас. Красная трава. Использовать. Что у нас там осталось? Разрывные. Просто весь арсенал ушел. Все, допрыгался, кузнечик. Ну, падай. Hurry! Быстрее! Десять секунд до взрыва.
Мы в безопасности. Не может быть. На пол. Не знаю, но не волнуйтесь. Мы можем летать, пока у нас есть горючее. Так, дорогие друзья, игра пройдена второй раз. Мы посмотрели, чем отличаются те развилки от вторых развилок. Нашли новое оружие, постреляли с него. Посмотрели, как умирает второй раз живучий тиран. Вот. И я на этом с вами прощаюсь. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Оставляем свои отзывы под видео. Вот, и я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока.